И всем привет, на связи RobloxMix69, и сегодня мы играем в Adopt Me. Вообще, я редко играю в Adopt, но тут вышло какое-то обновление, и я хочу его посмотреть. Сегодня я в скине, который я делала в прошлом видео, кто не видел, может посмотреть, но мы начинаем. Первое, что я вижу, тут вот какая-то доска почёта или что это? А, доска задач. Включаем навигацию и бежим туда. А куда? Сейчас мы, в принципе, и узнаем. Почему-то у меня здесь мост не прогрузился. О, вот теперь прогрузился. Ой, я думала, мне надо в мост, под мост прыгать. Ну ладно. Ага, нас ведет прям вот сюда. Так, подарки не изменились. Тут только вот эти вот коляски всякие, там машинки и тыры-пыры. Так. Ой, тут так все. Закат такой прям. О, тут появились новые яйца. Сколько они стоят? 750, в принципе, как и обычно. Какие-то японские яйца. Они очень странные на вид. Давайте я одно возьму, куплю. Посмотрим, что оттуда выпадет. А, так, оно легендарное, в принципе, как и должно быть. Ух ты! Смотрите, как я его держу прикольно. Так, как оно будет за мной двигаться? А, крутится и так за мной ходит. Но, в принципе, ничего необычного. Тут локация изменилась немножечко. Добавили всякие зонтики, бамбук и всякие остальные приколюхи. Так, яйцо мне захотело кушать, а это значит, мы даем ему мясо. Почему бы и нет? Ой, как оно странно ест. Вот, японское яйцо выполнено. Очень странный перевод, но все же. Ой, я уже тут вижу, что какая-то букашка есть. Ну, вряд ли она отсюда выпадет. Ну, хотя, я не знаю, я уже очень давно не слежу за Adopt Me. И тут все, что угодно может выпасть. Я, конечно же, надеюсь на легендарку. Но, учитывая, какое у меня везение, мне выпадет не комонка, а еще ниже. Но такого не может быть. Ну, ладно. Я, в принципе, буду ждать задания и к вам вернусь. Уже успело стемнеть, и наконец-то мое яйцо уже захотело спать. А это значит, мы отправляемся в школу, чтобы поспать. Почему не домой? Да потому что мне лень идти домой. Все очень просто и логично. Так, вот положим его в черную, потому что если черный цвет, то вам выпадет легендарка. Вот так вот, вот. Очень странно, когда я так делаю, но ладно. Мне еще тут зашел подписчик, походу, или друг, я не знаю. Ну, скорее всего, подписчик, потому что у меня мало друзей в Роблоксе. Вот. Он тоже, кстати, купил это яйцо, но, надеюсь, ему не повезет. Ну, теперь, в принципе, сразу можно идти домой, потому что следующее задание будет, чтобы искупать наше яйцо. И мы, конечно, не пешком пойдем, а поедем вот на таком черном джипе. Опа-на, опа-на. Это я вырежу. Знаете, я решила, что мы пойдем пешком, и я повезу свое яйцо на колясочке вот такой вот классненькой. Вот. Потому что пешком побезопаснее будет. Так, ну вот я и дома, в принципе. Кстати, пока ночь, я могу сделать рум-тур. Ну, вот это вот прихожая у нас, как вы успели заметить. Здесь у нас ванная комната. Вот так вот тут все красиво обустроено. Ну, конечно, уже не так по-модному, по-молодежному, потому что этот дом я обустраивала еще, наверное, в 2020 году. Вот. Здесь вот так вот все оформлено прикольненько. Тут ничего нету. А это у нас кухня. Такой вот столик и сама кухня. Кстати, вот тут вот у меня вода. Могу хлебнуть. Опа-на. И в мусорку. Так. Идем теперь вниз. Тут вот такая вот зона, где можно посидеть.
Ну, а здесь, в принципе, бассейн и тоже всякая зона, где можно посидеть. Пока я вам делала обзор, рум-тур на свою хату, мое яйцо уже захотело и попить, и искупаться. Это, в принципе, хорошо. 20 баксов. Вот это да. Хорошо день начали, конечно. Давай, оп. Наверное, еще задание 2, и оно вылупится. Либо же одно. Но сейчас мы это и проверим. Вот, смотрим, смотрим. Потому что вдруг сейчас кто-то выпадет, а я это и не засниму. Ага, сейчас еще никто не выпадет. Отмена, Галя. Так, ну, можно продолжать наш рум-тур. Нет, нельзя продолжать наш рум-тур. Я предлагаю просто тпхнуться в школу. И вот там 100% будет последнее задание. И мы наконец-то узнаем, кто там в этом яйце вылупится у нас. Ждем, ждем. Школа — это долго. Опа-на, яблоко стырили. Ням-ням-ням. Очень вкусно и полезно. Так, ну куда? Вот сюда я его не могу посадить, да? Я никуда не могу посадить. Ну ладно, мы просто будем смотреть, как он отсюда вылупляется. Да ёлки-палки, он еще и есть захотел. Ну тогда я предлагаю просто его накормить, чтобы побыстрее это все прошло. И кто-кто-кто? Кто же там? Какой-то кисик. А, это леопардный кот. Леопардовый, точнее, извиняюсь. Так, и какой же он редкости? Редкий. Ага. Вот такой вот он красивенький, миленький. Мне еще... Ого. Мне тут дали мани-мани за то, что я это яйцо открыла, и то, что у меня питомец выпал. Ну, я предлагаю заканчивать. Если вы хотите еще видео по Adopt Me и как я открываю яйца, то пишите об этом в комментариях и ставьте лайки. А с вами была RobloxMe69. Всем удачи, всем пока-пока!